Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Сегодня сходил в полицию на очередной допрос по анонимному доносу. Ну, поскольку дело совершенно пустячное, то я поприкалывался над следователем и подписал протокол. Размениваться на оспаривание штрафов, когда идет серьезный судебный процесс, я, конечно же, не собираюсь. Уголовными преследованиями меня тоже не запугать, а наоборот, мы сейчас плотно работаем над тем, чтобы в будущем привлечь к уголовной ответственности тех чиновников, которые выдвигают против меня ложные обвинения. Даже по сегодняшним эстонским законам это является уголовным преступлением. Как бы меня жена не ругала за то, что я обращаюсь к людям за финансовой поддержкой, это для меня сейчас очень важно. Штрафы будут сыпаться теперь регулярно. Понимаете, нашу власть устроит только один вариант, чтобы я полностью замолчал. Но это не устраивает меня. Я человек свободный, творческий. Для меня свобода слова, самовыражение, творчество очень важны. Но отбиваться в одиночку от нашей системы трудновато будет. Низкий поклон каждому человеку, который находит возможность меня поддержать. Сегодня вас сотни, поэтому даже самые скромные донаты и перечислению помогают отстаивать элементарное право на свободу слова. Пока вы меня поддерживаете, я смогу откупаться штрафами от нашей системы. И спасибо вам огромное. Вообще, полиция сегодня в Эстонии – это такая типичная модель крышевания. Регулярно плати, мы от тебя отвянем. Пока мне ясно одно. К стихам и басням они меньше придираются, чем к песенкам. Ну, не нравится им мое пение, наверное. Поэтому я, видимо, буду перебираться в ТикТок на стримы. Там есть много каналов, которые распространяют копии моих видео. И спасибо им большое за это. Но стримы будут только на моем официальном канале. В Эстонии у нас свобода слова, но есть одна поправочка, немножко. Тут можно обо всем, всегда и много, но можно это только на эстонском. Шутить нельзя, цвета букетов тоже, с опаской надо подбирать. И про одежду, про пальто, калоши, мнение полиции узнать. За стихи еще не бьют по роже, за песни уж повадились травить. О боже, ты скажи, на что похоже время, в чем приходится нам жить? Эстония – страна больших традиций. В доносах, музыке и танцах у Франции могли бы поучиться Шарли Хебдошна самовыражаться. Нам можно рисовать карикатуры и гимн перед парламентом пердеть. С трибун нести потоки странной дури. Пародии здесь запрещено петь. В Эстонии у нас свобода слова. Но этого не должен ты забыть. Ты можешь все, что ты пока что можешь. Но с музыкой опасно пошутить. Спасибо за поддержку. Пока-пока, мои дорогие.